Сотрудники областного департамента агентства по делам государственной службы посетили пункты эвакуации, где встретились с временно проживающими гражданами. Специалисты разъяснили порядок оказания госуслуг и проконсультировали по вопросу сбора необходимых документов. Представители госорганов старались рассмотреть обращение каждого жителя индивидуально. Так, в общежитии одного из колледжей, где проходила встреча, на сегодня проживает более 300 человек. Главная их проблема – жилье. Мы старались рассказать о положенной помощи от государства пострадавшим. Рассказывали, что нужно сделать, чтобы ее получить. Также с нами сегодня пришли специалисты из областных управлений. Они также поведают о том, какие документы необходимо собрать. Моя главная проблема – это дом. Он на 100% негоден для проживания. Я другую помощь не прошу, мне главное – жилье. Приходили 4 комиссии на осмотр дома, однако не говорят ничего. Я не прошу дом бесплатно. Дайте нам ипотеку в благоустроенном районе. Неважно, двух- или трехкомнатную квартиру, чтобы моя семья там поместилась. Буду не есть, не пить, но кредит за новый дом обязуюсь платить.